До нашої студії завітав Антон Ніколаєвич, директор мотузкового парку. Вітаємо вас! Доброе утро! Сьогодні будемо говорити про драйвовий відпочинок у нашому місті, а також будемо розігрувати сертифікати на дійсно адреналінові вихідні, які ви можете, дорогі наші телеглядачі, виграти, зателефонувавши за номерами, які побачите зараз на своїх телеекранах. Тож вам слово, що будемо анонсувати, 16 квітня розпочинає роботу ваш мотузковий парк. Да, дорогие друзья, 16 апреля мы с радостью сообщаем, что мы открываемся. Это будет обновленный веревочный парк активного отдыха для всей семьи от 3 лет и до, ну, до тех возможностей, пока человек себя чувствует, как говорится, адреналин и силы или хочет получить эти замечательные эмоции. Ну вот, 16 апреля приглашаем всех жителей города Николаева, Николаевской области. Приезжайте с семьями, машинами, автобусами. Вот, парк Победы, остановка плавбассейн на берегу речки Южный Буг. Вот, в 11:00 открытие будет большая программа, будет много квестов, интересных квестов разнообразных для детей, для взрослых, для мам, для пап. Все это будет включено в веревочный парк. Все будут задеяны, да, в каком-то своем разрушении. Да. Хотелось бы дізнатися, оновлений мотузковий парк. Что оновлювалось, что изменилось? Да, у нас, мы поскольку уже с 2013 года работаем, да, многие жители города и области у нас были, и как бы, естественно, в книге жалобы пожеланий говорят, да, давайте что-нибудь новенькое. Естественно, мы этой зимой не тратили зря эту зиму и съездили на несколько мастер-классов, посмотрели, как в наших уголках Украины делают разные веревочные парки и внесли много изменений и новых этапов интересных. Плюс добавили новую экстремальную трассу, которая, ну, которая под силу, наверное, самым спортивным, самым выносливым, которые уже прошли все трассы. Вот она представляет из себя трассу спортивного туризма, такого экстремального. Ну вот это, ну, как бы будет вот так вот. Що ж, я думаю, зацікали наших телеглядачів. Ми нагадуємо, що ви можете отримати ось такі сертифікати, зателефонувавши за номерами, які бачите зараз на своїх телеекранах. Код міста Миколаєва 0512. Чекаємо на ваші дзвіночки. Тож, розпочали з того, що програма була розважальна вже з самого початку, квести всілякі. Квести для малюків і квести для дорослих. Чи буде щось поєднувати їх, чи батьки з дітьми будуть одразу розмежовані? Ні, буде два різних квести. Отдельно для взрослих, отдельно для дітей маленьких, там, з 5 лет. Вот, и будет совместный такой семейный квест, вот, где они будут собирать яйца пасхальные, да, то есть будут различные анимационные персонажи, и кролик пасхальный, и Алиса. То есть все это будет так вот перемешано в такой интересный каламбур, и будет очень замечательно. Тобто батьки с детьми спочатку зможуть відпочити один одного, а потом з'єднати свою семью у пошуку великодніх яєць. Так точно, да. Чим ще будете дивувати, які ще розваги для вас, у вас є для наших телеглядачів, куди можуть піти і який є асортимент серед дійсно драйвового відпочинку? Тому що чому вас обирають? Тому що у вас точно драйв та адреналін. Ну что, дорогие друзья, что хочется предложить, что нового? В этом году мы сделали, ну такая была давно мечта, сделать трассу для радиоуправляемых машинок. Есть такие большие вот машинки, да, то есть один к 10, один к 16 объем. И мы сделали большую трассу, живую, то есть я имею в виду, что по пересеченной местности, с препятствиями. То есть берите свои машинки и совершенно бесплатно можно будет устраивать гонки, да, то есть вот. То, что это из нового. Второе, мы включили и сделали роуп-джамп. Это прыжок с высоты 10-12 метров. Ну вот, с высоты свободного падения. Одно время исключили, но по просьбе всех посетителей обратно все это сделали, потому что это действительно классно. Ну вот, в этом году обновленный будет водный транспорт. Да? То есть у нас есть байдарки, каяки. Мы также сделаем... Они уже приобрели водные велосипеды и лодки с парусом. То есть, допустим, папа с ребенком может под парусом, да, поучить и ребенка, инструктор все это покажет, проплыть, почувствовать силу ветра и привлекательность нашей замечательной речки Южный Буг. А эти ваши аттракционы, они имеют какое-то певное вековое обмеження? То есть, дитина не может брать участь, например, в певном аттракционе? Чи можно спробовать абсолютно все по собственным силам?
Вы правы, полностью можно пробовать все, если было бы желание. Мы для этого и создавали, чтобы люди могли попробовать то, что никогда не пробовали, ощутить те эмоции, которые никогда не ощущали. А щодо страхування себе, чи є якісь підтримки для того, щоб точно ти впевнений, що ти не впадеш, не розіб'єшся, і батьки можуть зі впевненістю свою дитину віддавати на цей атракціон? Да, є різні системи безпеки, є система безпеки. Ми використовуємо стандартну спортивну систему безпеки, которая предусматривает себя страховочную систему и такие два карабина страховочных, где ребенок или взрослый, любой посетитель страхует себя самостоятельно. Для этого очень важно, да, мы не допускаем в парк там людей в нетрезвом состоянии. И очень большая просьба, у нас отведено место отдельно для курилки, и мы против алкоголя совершенно. За здоровый способ жизни. Да, потому что, как говорится, экстрим и отдых или любое дело никак не может быть связано с этим, с этой нехорошей штукой. Вот. Поэтому вся безопасность, по сути, лежит на человеке, который лазит по этому веревочному парку и получает удовольствие. Инструктор все объясняет, они проходят специальные этапы обучающие, расписываются в технике безопасности, и все инструктора следят, но как говорится... Але необхідно ще мати власну голову на плечах. Ми маємо дзвіночок від телеглядачів, вітаємо, ви в ефірі. Здравствуйте. Доброго ранку вам. Як ми розуміємо, телефонуєте за ось таким сертифікатом. Так. Що ж, я оце думаю, будемо задавати якісь питання, чи одразу зробимо невеличкий подарунок нашим телеглядачам? Я пропоную одразу дарити радість людям. Даруємо вам радість, і хотілося б дізнатися, чому саме цей сертифікат ви вирішили обрати, чи любите адреналіновий відпочинок? Так, я люблю адреналін. Я приїхав в роуджанг з 9-го етажа, мені це подобається, я б хотів ще... Попробуйте ці всі атракціони. Що ж, ми даруємо з радістю вам цей сертифікат від нашого гостя. А вас просимо залишатись на лінії, залишити свої контакти, після чого ми з вами зв'яжемось і передамо вам наш подаруночок. А ми продовжимо розмову. Ось ваш новий сезон відкриваєте на Великдень з великодньою тематикою. Скільки він буде продовжуватись і впродовж яких днів можуть також приходити наші телеглядачі, миколаївці, для того, щоб розважатися драйвово та з адреналіном? Да, працюємо ми з 15-16 апреля і по 1 октября, это уже так как бы сложилось исторически, с 10 утра и до темноты. До темноты это зависит от уже по месяцу. А вот 16 квітня, коли завершиться программа, чи буде щось феєричне на завершення? Обязательно будет, это сюрприз, поэтому приглашаем наших уважаемых больших и маленьких посетителей. Вот, будет музыкальная, будет танцевальная программа, будет небольшое фаер-шоу, это так, будет ночные приключения. Вот в дальнейшем, то есть если брать программу на сезон, да, вот мы проводим разнообразные мероприятия, это такие вот полюбившиеся уже как николаевцам и гостям города мероприятия у нас в парке, как ночь ужасов, которую мы проводим, да, это такая в стиле Хэллоуин, да, но только добрая, где детей разрисовывают аквагрим, да, ведьмочки, они устраивают ведьминский шабаш шуточный, с флешмобами, с ночным квестом, зомби-забегом, то есть, это вот разнообразные берутся штуки, да, чтобы получить эмоции максимально много. Плюс ночное лазание по веревочному парку, это свой определенный экстрим с фонариком и в таком плане. Вот. И будет проводиться обязательно фестиваль красок Холли на День независимости, когда разбрасываются... Традиционный фестиваль. Очень он нравится жителям и всем посетителям, они постоянно там звонят и спрашивают, когда. Водные перестрелки различные, кинотеатр под открытым небом, День восточных сказок, это когда будут различные мультяшные герои восточных сказок, диснеевских мультфильмов, вот, объединены фестиваль. Детский фестиваль, да, то есть это пиратские, такое, да, тематическое у нас на берегу организовывается, поскольку есть лодки, да, там есть водные бои целые, там захват клада, кораблей и так далее. Индейские тематические, исторические, такой фестиваль для детей и взрослых. Вот, реконструкции рыцарей, да, вот как они там дерутся, можно надеть доспехи, попробовать подержать настоящий меч стальной. Я думаю, что щодня у вас будет что-то новенькое, и варто даже щодня приходить до вас и наслаждаться такой интересной программой, разважальной.
Ну, в будние дни как будни, а вот в пятницу, субботу, воскресенье обязательно будем делать каждую неделю вот такие вот сюрпризы. Що ж, дякуємо вам за те, що дійсно даєте драйву нашим телеглядачам, нашим миколаївцям. Я думаю, що вони вже спланували свої вихідні на усю подальшу весну, літо і навіть початок осені. Ми нагадуємо нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітав Антон Ніколаєвич, директор Мотузкового парку.